что интересно? Чего? Что же это вот этакий ведьмак жрет? Грибы. Картоплю. Почему картоплю? Он же человек, как и мы. Кровь у него идет, идет. Потом он обливается. Значит, и картоплю жрет. Как ты? С утра ребятишки орут, по ночам. Как тебе деревенская жизнь? Не пожалела еще? Тут она и говорит: я тебя люблю, только не быть нам вместе. Это еще почему, я спрашиваю, не быть? Да почему ядрит ее налево? Так она говорит: ты пьянчуга и жульё трактирное, а я тут надолго не задержусь. Сильно не взрывайся, сказано, ведьмак. Для простой-то метельщицы. Что зря языком болтать? Я поговорил с комендантом. Похоже, нелюдям во Флотземе ничего хорошего не светит. Этот сучонок только и ждет предлога. Любая провокация со стороны Йорвита, и Лоредо устроит резню. С чего ты взял? Сам слышал. Лоредо как-то ночью шатался в порту. Разговаривал сам с собой. Пьяный как тролль, и смердело от него не лучше. Говорил, мол, новые порядки, мир для людей, все такое. Смеялся, орал что-то в сторону тюремной барки. Эта гнида точно что-то замышляет. Йорвит это вроде как чует и старается коменданта не провоцировать. Только у его с Каэтэлей может быть другое мнение. И нервы послабее. Какие вести? Трис кое-что разнюхала. Похоже, на барке держат пленных с Куэтаэлей. Золтан, у меня к тебе просьба. Валяй! Я слышал, что ты знаешь местных с Куэтаэлей. Это тебе какая-то жопа в шлеме сказала? Мне надо добраться до Йорвита. Знаешь что? Ты не думай, что у меня со Куэтаэлями все схвачено! Йорвит меня терпеть не может. Зачем тебе с ним видеться? Он знает, где убийцы королей.
Йорвит? Я думал, он обычный бандит. Ладно, нечего тут гузно просиживать. Пойдем, расскажешь все по дороге. Веди, Золтан. Кто тебе вообще сказал, что у меня есть контакты со Скриэтаэлем? Лоредо. Ох, хер моржовый. За что он хотел тебя повесить? За контакты с белками? Какие рвать его мать контакты? Встречал пару, да, конечно. Но чтобы контакты? Что ты знаешь об их командире? Говорят, Йорвит полный псих. Но Скриэтаэли слушает его, как родную мамочку. Знает, сучара, чего хочет. Надеюсь, что и мне расскажет. Я тебе скажу, что из двух зол Лоредо самый вредный хер. Это потому, что он хотел тебя повесить? Он настраивает местных против нелюдей. Ходят слухи, что он снюхался с Каидвеном. Зачем ему это? Он хочет денег, богатства. Каидвен охотно присоединит к себе очередной кусок земли, а Лоредо получит свои привилегии. Пойдем, нам еще порядком топать. Дорогая, что... Долго рассказывать, жизнь говно. Надо забраться глубже в лес. Надеюсь, что они не сменили пароль. Ты знаешь их пароль? Во что ты играешь, Золтан? Ты ведь знаешь, что можешь мне доверять. Я знаю, но Скриэтаэли мне как-то предложили покомандовать. Пришли. Тут я с ними и встречался. Знаю. Они уже целятся в нас из луков. Что? Не, Геральт, я знаю, что ты у нас чуткий, как журавль, но все-таки не загибай. Скажи пароль. Кому? Быстрее, они нервничают. Еркегор! Не вопи. Что вам нужно? Отзыв. Хайдегер, я задал вопрос. Веди нас к Йорвиту. Зачем? Если бы мы хотели поболтать с тобой, мы бы не спрашивали про твоего командира. А Йорвит не хочет с вами разговаривать. Этого ты знать не можешь. Идите отсюда, пока целы. Вы двое нас напугать хотите? На дереве еще четверо. Откуда ты знаешь? Я слышу их дыхание. Один из них болен или нанюхался фиштиха. Как? Откуда? Дышит он странно. Ну что, обмякли, эльфи и петушки? Мы просто хотим поговорить с Йорвитом. Ждите на поляне. Краснолюд, ты знаешь где. А мы сообщим Йорвиту. Вот и сообщите. Пойдем, Геральт. Я знаю, что они навертели. Я там бывал уже. А в чем дело-то? Это место – логово здоровенного монстряка с раковиной на плечах. Глава глаза в этих местах? Мне казалось, это невозможно. Ну, не знаю, как это говно называется, но очень оно страшное. Нас отправили аккурат в ловушку. Возможно. Идем. Вот мы и на месте. А это свиномордие рыщет внизу. Как раз там, где мы должны были ждать Йорвита.
Точно. Что будем делать? Давно я не дрался с главоглазами. А я рвать его мать и вовсе никогда. И об этом не жалею. Тогда жди здесь. Я тебе что, хер обвисший? Эльфы говорили об этом месте. Только вот приближается к нам совсемный эльф. Ну это уже по твоей части, Геральт. Шутишься? И моя Прекрасное представление, Гвинблейд. Я только не понимаю, зачем тратить столько сил, если в конце тебя все равно ждут неравный бой и верная смерть. Я бы мог спросить у тебя то же самое. Чего ты хочешь, Вадгерн? Говори, пока я не убил вас обоих. Лето тебя предал. Он хотел сговориться с твоим товарищем Киараном. Киаран Аэб и Аснялен мертв. Его бойцы попали в засаду и были убиты 2 недели назад. Ложь долго не живет, Гвинблейд. Киаран сейчас на Барке. Раненый, но живой. Он отказался помогать Лето. Его отряд заплатил за это жизнью. Если то, что ты говоришь, правда, Дхойне умрет. Но одних слов недостаточно. Ты убиваешь жителей Флотзема, забывая, что среди них есть и эльфы, и краснолюды. Какие они эльфы? У них отняли уважение к самим себе. Приказали жить и умирать по людским законам. Они еще больше Дхойны, чем ты, Геральт. Наемный убийца оказался еще и предателем. Пока у нас есть только его слово против твоего. Кто он такой, что ты так ему доверяешь? Дхойне, который выполняет грязную работенку для Скайтаэли? Он согласился исполнить должное. Он доказал, никто не может считать себя неприкосновенным. Чего ты хочешь, Йоргет? Тебе не понять. Ты прячешься по лесам, убиваешь несчастную деревенщину, жрешь корешки.
Мы живем по собственным законам. Делаем то, что должны. Если видишь цель в конце пути, можно вынести очень многое. Значит, эта эльфская гордость заставляет тебя прятаться в буреломе. Низко ты пал, Аэн Сетхе. Думай, что говоришь, Гвинблейд. Из-за самозваных героев вроде тебя и погибнет твоя раса. Может быть, но ты этого уже не увидишь. Вафаэль Ватгерн. Прекрасное представление. Я бы... Чего? Отпусти Золтана, Йорвит. У тебя есть я. Да вы оба у меня. Ведьмак, который ищет некрасивой смерти. И краснолюд-предатель, который плюет на честь своих братьев. Знаешь, на что я плюю, хер ты моржовый? На вашу щенячью стаю, из-за которой гибнут невинные люди. Невинные люди? С каким волнением ты это говоришь? Мне нужен убийца королей. Мне нужен Лето. Человек, за чьи преступления меня преследуют. Если бы ты не прислуживал Фольтесту, тебя бы не было там во время убийства. Ты ждешь, что я выдам тебе единственного Дхойна, который мне хоть на что-то сгодился? Ты атаковал меня в гавани без повода, Йорвит. Ты мне кое-что должен. Я ничего тебе не должен. У меня есть кое-какие долги перед Роше, но я их скоро верну. Лето тебя предал. Он хотел сговориться с твоим товарищем Киараном. Киаран Аэб и Аснялин Мю... Киар... Он от... Ты убил... Как? На... Пак. Кто? Он. Чего? Тебе. Ты при... И что ждет тебя в конце пути? Какое тебе до этого дело, Геральт? Эсса Тватгерн. Ты же все послал Айпарсе. Я не все послал Айпарсе. Моя жизнь теперь зависит от твоей прихоти. Потому я и спрашиваю. Вот что я тебе скажу. Два короля, которые были убиты, это два сукиных сына. Они бы детей своих на плаху отправили, лишь бы сохранить власть. Но на Востоке есть тот, кто по праву заслуживает короны. Ты все еще доверяешь этому убийце? Возможно, ты лжешь. Значит, Киаран тоже лгал. Это несложно проверить. Посмотрим, что скажет Лето на твои обвинения. Где он? В руинах Калмевет. Он почему-то любит это место. Мой отряд будет нас прикрывать. Готовы? Может, Фольтест казался очаровашкой, но посмотри правде в глаза. Кем он был на самом деле? Именно он позволил преследовать в Темерии старшие расы. Он был обычным Дхойне. Но его смерть дала гораздо больше, чем смерть любого другого. Встретимся на месте. Мне надо подготовиться. Вафаэль, Гвинблейд. Только не пытайся хитрить. Я пришел сюда с тобой. И вернусь с тобой. Нет, Золтан. Твое присутствие может вызвать подозрение. Как хочешь. Только не строй из себя благородного.
давай разыграем спектакль. Ты скажешь Лето, что поймал меня, и отдаешь в его руки. А ты? Я буду безоружен со связанными руками. Если ты говоришь правду, он себя выдаст. Я тебе, разумеется, не верю. Мои люди будут нас прикрывать, и если ты начнешь глупить... Я понял. Нет. Если ты начнешь творить глупости, они намажут тебе лицо медом и положат в муравейник. И ты будешь выть так громко, что услышат даже всадники бурь. Скажи, ты все делаешь с такими сложностями? Можно было бы просто заставить Лето признаться. Айтфхаэль моэн хирия тайнверде. Завоевывай не силой, но слабостью? Именно. Идем. Мои люди наблюдают за нами. Одно неверное движение, и ты труп. Геральт из Ривии. Что бы это значило? Хочу поговорить. Йоровец, старый лис, все-таки попался. Я недооценил тебя. Интересно, что делает человек в рядах Скайтаэлей? Знаешь пословицу «враг моего врага, мой друг»? Скайтаэли — мои братья по месте. Довольно шуток, освободи меня! Киаран Аэпе Аснелин сказал, что ты хочешь убрать Йорвита. Если и так, с чего ты решил мне помочь? Блёда Дхойне. Скажи мне, кто ты? Ты вправду ничего не помнишь? Мне уже надоело отвечать на этот вопрос. Вот так-так. А я боялся, что ты спутаешь нам карты. Я Лето из Гулеты. Убийца королей. Димавент, Фольтест. Кто еще? Кто вы такие? Мы уже встречались когда-то. Помнишь? Нет. А я никогда не забуду. Ты спас мне жизнь, Белый Волк. Мы дрались плечом к плечу, а теперь должны скрестить клинки. Убей я Йорвита пораньше, до этого бы не дошло. Зеррит и Эгон захлебнутся собственной кровью. Я так не думаю. Прежде чем Скайтаэли в долине Понтера поймут, что ты убит, мои люди совсем разберутся. Зеррит и Эгон — это кто такие? Дхойне. Убийцы королей. Скайтаэли помогают им в Нижней Мархии. Ты убил Фольтеста, и придется за это ответить. Король мертв, а единственный свидетель — это ты. И ты от этого не отвертишься. Если ты так ставишь вопрос, берись за оружие. Довольно! Ведрай, Энле! Что ты делаешь? Скоро узнаешь. Дай мне мой меч! Взять убийцу короля! Придется тебя убить. Попробуй. Я все-таки не король. Жаль, что мы стоим по разные стороны. Драться ты не разучился.
думают, что это я убил Фольгаста. Сам виноват. Нечего строить из себя телохранителя.
Почему ты так упорно меня преследуешь? Они думают, что это я убил Фольдеста. Сам виноват. Зачем строить для себя телохранителя? Зачем ведьмаку убивать короли? Я был ведьмаком много лет назад. Теперь ты наемный громила? Поздравляю. Почему ты так упорно меня преследуешь? Они думают, что... Почему ты так упорно меня преследуешь? Они думают, что это я убил Фольдеста. Сам виноват. Нечего строить из себя телохранителя. Почему ты так упорно меня преследуешь? Они думают, что это я убил Фольдеста. Сам виноват. Нечего строить из себя телохранителя. Они думают, что это я убил Фольдеста. Сам виноват. Нечего строить из себя телохранителя. Они думают, что это я убил Фольдеста. Сам виноват. Нечего строить из себя телохранителя. Ха-ха-ха!
беседуешь? Они думают, что это я убил Фольтеса. Сам виноват. Нечего строить из себя телохранителя. Они думают, что это я убил Фольдеста. Сам виноват. Нечего строить.
преследуешь? Они думают, что это я убил Фольдеста. Виноват. Нечего строить из себя телохранителя. Они думают, что это я. Почему ты так упорно меня преследуешь? Они думают, что это я убил Фольдеста. Сам виноват. Нечего строить из себя телохранителя. Это я убил Фольдеста. Сам виноват. Нечего строить из себя телохранителя. Это я убил Фольдеста. Сам. Нечего строить из себя телохранителя. Зачем ведьмаку убивать? Я был
пока была возможность. Ты хорошо дерешься. Хотя бы как раньше. Руки помнят. Этого дикая охота у тебя не отняла. Хватит ведьмака и нескольких эльфов, чтобы убить короля. А знаешь, сколько людей с радостью помогали нам? Ты думаешь, они все будут молчать? Время Йорвита подходит к концу. Остальные понесут кару за то, что породили хаос. Тогда почему? Ты был одним из нас, Геральт. Ты спас нас. Теперь мы квиты. Твоя ведьма разбирается в чарах. Как думаешь, у нее получится телепортировать меня в Эйдирн? Пусть только ведет себя хорошо. Я найду тебя. Значит, до встречи в Эйдирне. О, ты очнулся. Наконец-то. Где убийца? Бежал. Йорвит? Мы его взяли. Мои люди забрали его во Флотзам. Убийца королей может попытаться отбить его. Сомневаюсь. Ему нужна Трис. Трис? Зачем? Теперь у него проблемы с эльфами, так что через лес он не пройдет. Но об этом позже. Надо найти Трис. Иди за мной. Хороший был бой. Что такое, Геральт?
Не моются, вот и смердит. А я думал, смердит ублюдками. Да здравствует ведьмак Геральт! Да здравствует Вернон Роше! Ваше здоровье, милостивые государи! Слава Тимерии! Похоже, мы дали этой гниде повод для пиршества. Открывайте бочки с лучшим вином! Запекайте поросят! Я объявляю праздник! Развлекайтесь, милздари! Я плачу, хоть с вас сегодня ни один трактирщик или девка не взяли бы ни гроша. За здоровье героев! Пей, ведьмак! Слава! Будь здоров, Вернон. Будь здоров. Не беспокойся за нашего узника. Мы за ним присмотрим. Я должен найти Трис. Может, Лютик что-нибудь знает. Привет! Настучу твоей маме, чтоб твою мать! Здоровый ты, леший! Ну так и я не из мелких. Попробуем? Кто бы мог подумать, что Лоредо его излог? Лоредо бы! И тогда Геральт стянул чудище серебряной цепью просто так, что у нее глаза на лоб полезли. Она потрепыхалась еще и испустила дух. Но это еще не самая лучшая история. Я еще много знаю, да только в горле у меня пересохло. Ставлю всем по чарке меда! Здоровья, герой! А вот и он сам, собственной персоной. Дамы и господа, позвольте вам представить Геральта из Ривии. Я о тебе беспокоился. Лютик, надо поговорить. Геральт, ты теперь герой Флотзен. Выпей, Лоредо угощает. Потом, Лютик. Сейчас времени нет. Ты не хочешь со мной пить? Нужно найти Трис. Ты ее видел? Трис. Я совсем забыл. Она пошла к Шале. Та снимает комнату в трактире. Хотела взглянуть на этот, мегаскоп, или как его там называют. Еще раз за здоровье прекрасных дам! Прекрасным дамам придется подождать. Ты мне нужен. Идем. На счастье, я раздобыл ключ от гнездышка Шаалы. Не спрашивай меня, как. Это тайна. Кому еще пиво? Предчувствую. Все это не к добру. Может, по следам что-нибудь разузнаем? Это подручные Шаалы. Ему свернули шею, ран нет. Это не его кровь. Трис вошла, свернула шею стражнику, а потом поранилась. Не понимаю. Все перевернуто. К
Кто-то не церемонился. Не понимаю, здесь должен был быть кто-то еще. Много крови, слишком много. Лютик, смотри. Это что? Тут дырка в стене, через нее могли подглядывать. С той стороны находится бордель. Может, мадам видела, что здесь случилось? Идем. Привет, Лютик. Вам повезло. Сегодня мы даем за даром. Но если хотите вдвоем на одну, придется доплатить. Дерри, это ведьмак Геральт. Нам надо просто поговорить. Расскажи, кто был в этой комнате в течение последнего часа. Я и Гарвена. Гарвена? Мадам. А что нужно? Трис Меригольд, рыжеволосая чародейка, была в комнате через стену. Ты знаешь, что с ней случилось? Нет, мы не подглядывали. Я ничего не знаю. Не бойся. Будь добра, расскажи нам обо всем, что видела. Я же знаю, что ты подглядывала. Гарвена была какая-то беспокойная из-за этого праздника. Велела девушкам обслуживать клиентов за так. А меня забрала в комнату, и мы занимались любовью. И когда я уже почти... В общем, мы услышали разговор, и Гарвена решила посмотреть, что происходит. Там была эта чародейка с Седриком. С Эдриком? Ты уверена? Да. Мы тут с Гарвеной поспорили, кому смотреть в щелку. И в конце концов она дала мне заглянуть. Трис сказала, мол, проверит, с кем в последний раз говорила королева льда. Она подошла к зеркалу и что-то прошептала. Тут все засверкало, и появился ужасный человек. Как он выглядел? Как ящер. Голодный старый ящер. Не знаю такого. Трис так удивилась, а ящер ей говорит. «Что ты так побледнела, Меригольд? Будто духа увидала». Тот усмехнулся ядовито, а Трис говорит. «Что ты так побледнела, Меригольд? Словно духа увидела». «Здравствуй, Детмольд. Мне было интересно, с кем это разговаривала Шиала. Все шпионите друг за другом, а я не знал. О чем ты хотела поговорить? Скажи, о чем вы разговаривали с Шиалой? Зачем это? Потому что Шиалу ты ненавидишь, а я тебе просто не нравлюсь. Ты же не упустишь случая, чтобы попортить ей кровь? Ты права. Шиала хочет выбить меня из седла, занять мое место рядом с Хенсельтом. Ну как? Ведь Хенсельт ненавидит чародеек. Хенсельт потерял сына, и он никак не может зачать наследника. Он уже не молод. Шиала обещала ему потомка. Сказала, что гарантирует ему отпрыска, если только король найдет себе молодую и сильную женщину. Достаточно будет ее... Я знаю, откуда берутся дети. Докажи, что она лжет, и я буду тебе очень признателен. Я не могу этого доказать. Так что у тебя неприятности? Не торопись. Я все еще играю первую скрипку. Я преследую убийцу королей. Может, знаешь что-нибудь? Аж мурашки пробежали. Кем бы он ни был, с ним все кончено. Когда убийца королей доберется до твоего владыки, ты запоешь по-другому. Меригольд, думай хоть немного. Ты несешь такой бред, что позоришь всех чародеев. Вольтест мертв. Это, между прочим, твоя вина. Твоя, и если верить слухам, твоего ведьмака. Ты ведь не веришь в это? Не важно, во что я верю. Важно, что люди говорят. В Тимерии тебе конец. Твоему ведьмаку тоже. Если только вы не поймаете убийцу. Что замышляет Хенсельт? Ты что, головой ударилась, Меригольд?
Радуйся, что я вообще с тобой разговариваю. Я должна знать, что происходит. Помоги мне, Детмольд, и я тебя отблагодарю. Ты не скажешь мне ничего полезного, потому что ничего не знаешь. А твоей благодарности мне не нужно, потому что ты не в моем вкусе. Ты слышал, что Филиппа уехала из Редании? Слышал. Ты знаешь, где она? Знаю. Но сперва ответь на мои вопросы. Будь по-твоему. Один твой вопрос в обмен на информацию о Филиппе. Какие политические планы у Хенсельта? Ты бесстыжая, Меригольд. Ну, раз я дал слово... Хенсельт намеревается отобрать у Эдир на долину Пантера. А при случае вынудит этого выскочку Стенниса принести вассальную клятву. Принца Стенниса? Наследника Демавенда? Именно. Эйдирн, лишенный долины Пантера, полностью окажется под властью Каэдвена. Твоя очередь. Филиппа находится в Вергене. Это маленький городок у границы Аэдирны и Каэдвена. Я прекрасно знаю, где это. Там как раз собрались остатки войск Аэдирна под командованием какой-то девки, которая якобы убила дракона. И что за девка? Предводительница сброда из крестьян, обедневших дворян и нелюдей. Даже принц Стеннис, сын Демавенда, вынужден с ней считаться. Но все это не имеет значения. Хенсельт пройдется по этой рвани и разгонит их батагами. Что там делает Филиппа? Ты слишком мало знаешь, Детмольд. Я не смогу тебе объяснить. Прощай. Вот и все. Больше я ничего не видела и не слышала. Лютик, о ком речь? Кто это Филиппа? Филиппа Эйльхард, чародейка-советница короля Родовида Риданского. Она достигла вершин мастерства на самой смердящей кухне мира. В политике. Она кристально аморальна и абсолютно лишена совести. Уникальное явление в своем роде. Последнее время поговаривали, что она попала в немилость при дворе Редании. Если это так, то она, вероятно, покинула столицу. Ты раньше подглядывала за Шиалой? Я пробовала, но она всегда наводила чары, и ничего не было ни видно, ни слышно. Всегда. Однажды забыла. Сидела перед зеркалами своими и шептала: «Где ты, где ты?» И все. Правда. Лютик, я что-то запутался. Ты можешь мне все это объяснить? Позже, ведьмак. Сейчас надо найти Трис. Что стало с Трис и Седриком? Я не знаю, что было потом. Меня Гарвена отпихнула и сама смотрела. Я слышала треск, крики и звуки борьбы. Гарвена завесила дырочку картины и была вся бледная, и велела мне молчать. Мы посидели минутку, и когда все стихло, вышли. Гарвена пошла в свою комнату, и потом я ее уже не видела. Но я заметила Седрика. Он шел к лесу и так шатался. Лютик, жди меня здесь, я иду за Седриком. А Гарвена? Сейчас узнаем. Кровь Седрика покажет, куда он пошел. Новую позу. Ведьмак и стрыг. Хочешь, Рат? Мне скучно. Thank you.
Холера, мы опоздали. Но почему? Не знаю. И, наверное, мы никогда этого не узнаем. Я иду за Седриком. Который из них Фольтест? Рад встрече. Может, тот, который велел его дядюшкой называть? Нет, этого я сегодня видела. Звёхоник. Вы только посмотрите. По тропинке по лесной. Послушайте, люди! Преступник Йоржин! Каэдмиль, Гвинблейд, я уже не чувствую боли. Я всегда хотел умереть среди деревьев. Что произошло, Седрик? Трис попросила помочь. Я убил Тхойна, который охранял двери, мы взломали ее. Я убил еще Тхойна. Я знаю. Где Трис? Что случилось? Пришел ведьмак. Он бросился на нас. Я пытался защитить Трис, но он слишком быстрый. Он ударил Трис. Она не успела произнести заклятие. Он знал, как бороться с чародейкой. Потом велел ей запустить мегаскоп. Сказал, что ему нужно в Эйдирн к Вергену. Это краснолюдское поселение. Трис сказала, что это безумие, что нет координат. Он так на нее посмотрел и говорит: «Ты уж постарайся, потому что тебе идти первый, а я буду сразу за тобой». Потом я потерял сознание. Когда очнулся, их не было. Я знал, что умираю. Лес меня зовет. Зачем, Седрик? Зачем ты в это впутался? А ты? Иногда просто так надо. Я говорил, что у меня бывают видения. Поэтому я и пью. За хмелем ничего не видишь. Ничего не чувствуешь. Тихо, Седрик. А теперь я все вижу. Ты должен вернуть память. Только так ты поймешь, кто и зачем убивает королей Тхойна. Как это сделать? В Эйдирне. Вместе с зараженным черной магией. Духи умерших выйдут на великую битву. Спаси их души, и вернутся воспоминания.
Что это? Лес? Они здесь. Они пришли попрощаться. Мой лес. Вафайль. Гвинблейд. Прощайте. Геральт, куда ты подевался? Убийца королей, холера. Ушел прямо из рук. Сбежал? Телепортировался в Эйдирн. То есть как? Заставил Трис его перенести. Курва! Руше велел тебя найти. Мы отплываем. У него появилась новая информация. Скайтаэли вот тоже что-то готовят. Что планирует Роше? Он очень ругался на Лоредо, значит, думаю, дело в коменданте. Что-то очень серьезное. Золтан, что задумали с Кейтаэли? Они хотят отбить Йорвита и других пленников. Им твоя помощь не помешает. Когда это ты примкнул к Скайтаэлям? Да не в том дело. Их забирают в Дракенборг. Это лагерь для нелюдей. Долбанный памятник людской ненависти. Скайтаэли не доверяют тебе. Мне, в общем, тоже. Но ты можешь это изменить. Я поговорю с ними. Может, Роше или Скайтаэли хоть на что-нибудь пригодятся. Yeah!
меня от этого места мурашки по заднице скачут. Скаитаэли выступают в Нижнюю Мархию. Они могут тебе помочь найти убийцу королей. У них там связи. Если только Йорвит доверится мне во второй раз. Белки ждут моего сигнала. Если я их позову, назад пути не будет. Если хочешь помочь им отбить Йорвита, решайся сейчас. Мне надо еще подумать. Тогда возвращайся. Мы, наверное, разминулись. Следы свежие. Чую, что скоро мы увидим Искаитаэли и лето. Все носишься? Ты с Феном поосторожней. Он псих. Бежим! Где мой топор? Иисус Мария! Доброго тебе дня.